Дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости канала, друзья мои, я вам уже показывала, как я делала коробочки для подарков своим внукам. Ну, я показала две коробочки, скажем так, а сейчас я покажу вот еще, какие я сделала вариант какой. Посмотрите, вот такой вот, как видите, вариант еще у меня получился. Вот, ну, скажем так, у меня есть внуки и внучки, поэтому для внуков, конечно, бантики, цветочки там не нужны, так как они мальчики, да. Ну, а для девочек, сами понимаете, вот такие вот коробочки как бы более, ну, получаются красочные, потому что девочки очень любят все яркое, любят всякие рюшечки, ну и так далее, да. Вот еще вот таких две, скажем так, емкости, или, скажем так, две подарочных упаковки я сделала. Вот, посмотрите, видите? Я вам просто показываю вариант. Я показывала, как я делала первые две. Ну, эти немножко по-другому, конечно, делались. Делались цветочки вот такие. Все это взято, цветочки взяты в интернете. Ну, а остальное, конечно, я уже додумывала все сама, как и что сделать. Ну, вот, как видите, все коробочки. Внутри тоже очень... сейчас покажу. Внутри, друзья, тоже вот так вот оформлено, аккуратненько, чтобы все-таки было тоже, ну, как бы красиво. Вот. Ну, и та коробочка тоже самая, одинаковая. Они там тоже внутри вклеено все. Все зависит от того, какой возраст вашим внукам и кому вы хотите дарить. Чем старше возраст, тем, конечно, нужно более делать, как бы это сказать, меньше такого детского, а больше взрослого, скажем так. Потому что, ну, от возраста, конечно, зависит и ваша подарочная упаковочка. Ну, вот таким образом. Это для более взрослой внучки, а это для маленькой внучки. Ну, у меня еще есть внучка, поэтому я буду делать другую. Ну, я уже ее не буду вам показывать. Я просто решила вам показать, какие упаковки я сделала для внуков. Друзья мои, ну, у меня есть еще и взрослые, которым нужно тоже дарить подарки. Пусть это будут не такие дорогие, мне нужны конфеты, но все равно нужно сделать какой-то подарок, чтобы, ну, как бы... все равно знак внимания оказать. Посмотрите, вот я сделала упаковочку вот такую вот, да, это уже для моих детей, скажем так. Вот, посмотрите, внутри вот такая вот коробочка, да, крышечка сделана, друзья мои, она из картона. Вот, сегодня я вам покажу, как я это делала. Вот, что внутри будет ложиться, ну, это секрет, конечно, потому что внуки мои тоже смотрят, что я делаю. Поэтому я не хочу показывать, что внутри будет. Это сюрприз, как говорится. Вот коробочка, как видите, закрывается. В нее можно положить что угодно. Ну, все зависит от того, какой у вас будет подарок. Можно сделать размер этого подарка. У меня подарок сделан 13,5 на 13,5. Высота 12,5. Вот. А все стеночки 13,5. Только высота 12,5. Ну, и другой подарок я буду делать чуть больше. Посмотрите, сделано очень просто, друзья мои. Вам понадобится картон. Вам понадобится... бумага, допустим, вот такая, которая продается в фикс-прайсе. Вот такая вот. Вот бумага понадобится. Вам понадобится украшение, ну, которые вы как сами предпочитаете. А также вот, вот такие кружева. Можно другие, не обязательно такие. Вот. Ну, все зависит от того, как вы хотите украсить свой подарок. Ну, вот скажем так, вот такую коробочку сегодня мы с вами и сделаем. Thank you.
такой, друзья, получился у меня коробочек. Хочу сказать, что положить в него я, конечно, обязательно положу то, что я уже решила подарить. Ну, это помимо конфет, конечно. Вот, вот такую вот красоту. Это вот один у меня такой. Это, сами понимаете, для девочки, да? Вот такая вот получилась красота. Да, вот сами вы видели, как я делала. Теперь покажу, еще один я сделала для мальчика. Ну, он более строгий, конечно. Вот такой вот. Посмотрите. Вот такой вот получился у меня коробочек. Вот таким образом. Вот, олень я уже вырезала сама. Вот, это приклеенное. Вот так, строго, но это мальчику. Вот такие вот две замечательные получились у меня. Ну, это уже три, одну я вам вперед показала. Вот такие замечательные коробочки. Или, скажем так, ящички. Вот так, друзья. Ну, на этом до свидания. Спасибо, что вы были со мной. Оцените, пожалуйста, мою работу. Что вы думаете по этому поводу? Вот. Делайте, друзья, поделки своими руками. Как приятно, когда ваши внуки и дети берут в руки то, что сделали вы сами. И вы знаете, это очень увлекает. Это каждый раз стараешься сделать что-то новое, что-то лучшее, как бы оттачиваешь свою технику. Да? Если бы я, конечно, этим занималась, допустим, круглый год, то, конечно, бы я уже что только не придумала. Но так как я занимаюсь это вот перед Новым годом только, вот, ну, зимой там еще иногда. Вот, вот такая, друзья, красота. Ну, на этом до свидания. Спасибо, что вы были со мной. С вами была Валентина, канал «Провинциальная женщина».